Легендарная группа Scorpions выступила в Екатеринбурге. Этот концерт, один из последних, коллектив заканчивает свою музыкальную карьеру. Музыканты показали двухчасовое феерическое рок-шоу, на котором перед глазами публики пронеслась вся история группы. По сцене летала барабанная установка, работала пиротехника и шел завораживающий видеоряд. Коллектив исполнил все свои главные суперхиты, а также представил новый альбом «Sting of the Tail». В зале культурно-развлекательного комплекса «Уралец» не было свободного места. Зрители приехали не только из Екатеринбурга. Многие собрались из соседних регионов и даже из Казахстана.